Всем привет, я хочу сделать обзор на такой чайничек, называется Смайл. К сожалению, я могу писать только в низком качестве, потому что я сейчас нахожусь на кухне. Вот, пишу на мобильный телефон, ничего другого у меня, к сожалению, пока нету. Вот, я хочу вот на кухоньке он, сейчас мы нальем воду, вскипятим. Вот, значит, такой чайничек называется Смайл. Тут сколько объем у нас? Максимальный объем. Ну тут 3 литра. Тут 1,7 что ли литров. Да. Вот 1 литр. Тут написано 2,0 и 1. 1,0. Вот 2,0 и 3,0. Но тут не 3 литра, тут 1,7. Вот, то есть 1,5 отметка. 1,0. А вот это рядом 2,0, это я не знаю, что за хрень. Вот минимум, максимум. Тут красный поплавок такой, который, значит, по шкале по этой поднимается. Вот лампочка будет сигнализировать нам, что он включен в сеть. Значит, тут написано у нас это самое Smile Kettle модель номер WK1610 230 вольт. Вот. Такая вот наклеечка. Это вот то, что он включается, да, ставится на подставку. Так. С обратной стороны тут просто белое, ничего нету. Вот эта вот кнопочка, ты ее включаешь, поднимаешь, потом он бац, выключается. Так. Такой чайничек у нас. Так, здесь у нас чего? Ну тут. Сюда как-то еще ставится фильтр. Но он у нас, я не знаю, куда он делся, мама его выбросила, что ли, хрен не знает, куда этот фильтр делся. Сюда на носик так надевается, ты наливаешь воду, вот. Тут такие полосочки у нас модные такие, крышка такая. Вот так нажимается так. Привет, я чайник, я тебя сейчас съем, хо-хо-хо. Вот эта крышка, она не держится в открытом положении. Чтобы ее держать в открытом положении, нужно держать палец нажатым здесь, вот так. Вот. Если ее отпускаешь, она сразу закрывается. Это неудобно, когда ты хочешь воду налить. Вот, например, я сейчас одной рукой снимаю на мобильник, другой рукой мне нужно будет держать крышку открытой, чтобы налить воду. Вот, ну на обратной стороне тут ничего нету. Вот, видите, спираль тут. Не диск, а спираль. Видите, беленький чайник. Мама любит, знаете, как делать. Она, по-моему, она делала раньше какой-то раствор с лимоном, очищала. Потом она стала уксус наливать, тоже какой-то раствор вместе с уксусом. Вот, наливаешь, ставишь на ночь, утром снимаешь, уже у тебя уже все чистое, весь налет со спирали, все отходит. Ну, не моментально, а очень чисто все отходит тщательно. Вот. Вот я уже тут, перед тем, как в чайник налить воду, я ее сливаю. Вот. Холодную воду на протяжении нескольких минут я сливаю сначала. Вот. Или у меня мама любит делать, она холодную воду также сливает и потом наливает в чайник и кладет туда серебряные ложки и вилки. Вот. То есть она все очищается вода серебром. И только потом она кипятит. Вот. Но мне пофигу, я в принципе так пью. Вот, поэтому мне же не нужна особо-то вода никакая серебряная там. Вот. Мы нальем немножко воды и вскипятим. Ну, я чисто хочу вам показать. Вот. Я налью чисто воды, чтобы она спираль закрыла. Даже получилось чуть побольше. Вот я налил сколько. Вот минимальные объемы. А я налил во. Можно даже чуть слить. Нормально. Вот вообще он быстро вскипает. Он полный чайник вскипает где-то за 5 минут. Очень хорошо.
Да, вот такая вот подставочка. Я, кстати, вам подставочку еще не показал. Да. Закроем форточку. Смотрите, какой мороз. Видите, на окнах лед. Сейчас минус... Сколько там? Минус 20, что ли? Минус 30, не знаю, блядь. Очень холодно. Так. Такая вот подставочка. Почему-то бывает иногда мокрая. Подтекает, что ли? Похоже, подтекает. Тут дырочка такая в подставке, откуда чайник вставляется. Так, вот она такая вот хорошая. Тут на обратной стороне, значит. Да, видите, тут заржавел один он винтик заржавел, значит, действительно он подтекает. Смайл к этому. Но если чайник подтекает, я могу сказать, что его надо выбрасывать. А на самом деле, я не знаю, сколько он течет-то уже. Но если оно заржавело, значит, достаточно давно. Значит, пора чайник уже выбрасывать, новый покупать. Да, вот видите, я не знал. А если бы я не снимал обзор на чайник, я бы так и не узнал, я честно говорю. Ну да, я иногда замечал вода, но я как-то, знаете, особо внимания не обращал. А сейчас перевернул, смотрю, вот... действительно, а мне действительно как-то стало стрёмно. А так, если он подтекает, а если замкнет? Это же опасно. Надо его срочно менять. Смотрите, как получается-то. Действительно, это же опасно, ребят. Я даже не знаю, сейчас включать его, не включать. Ну, если он у нас подтекал уже так долго, что винтик успел заржаветь, значит, не знаю, наверное, ничего не будет опасного, если я его еще раз включу-то. У меня... Сейчас я вытру пальцы насухо полотенцем. Сейчас потрогаем подставку, мокрая вообще она или нет. Не, сухая. Вот тебе раз, а. Ой, ребят, я даже не знаю. Давайте рискну, если что, вы будете свидетелями. Толя включил чайник, который течет, и вот током ёбнуло. Вот, блин, пипец, а? В общем, так вот ставится на подставочку. Шутка, не волнуйтесь. Это шутка была. Правда, она была черный юмор такой, да, очень плохая шутка. Ну, в крайнем случае, если что будет... то просто пробки выбьет и все нафиг, да? Я честно говорю, я не знал об этом, я только сейчас вот когда перевернул, ну я раньше видел водку, блядь, воду на подставке. Вот, и, ну я как-то внимания особо не обращал, сейчас я перевернул, смотрю, она ржавая уже. Ну не знаю, давайте включим. Видите, я на самом деле не уверен даже. Ой, блин, даже не знаю. Ну, я чуть-чуть воды налил-то. Он, наверное, течет, если его полностью заполнять. Тогда давление давит, да, на него. Давление воды. И тогда он подтекает. Но я-то налил совсем чуть-чуть, я только спираль закрыл. Ладно, давайте включим. В общем, если что, вы свидетели. Все. Честно, я говорю, это честно, это кроме шуток. Честно. Я не знал вообще, блин, такой фигня. Ладно, включаем. Видите, лампочка горит, не? Что-то вы не видите, похоже, ни хрена, не? Она горит оранжевым. Да, надо срочно менять его, конечно, чуть. Это не дело, конечно. Вот видите, оранжевым горит, не? У меня, блядь, от мобильника очень яркая вспышка, поэтому вы из-за этого, наверное, не видите. Во, видно теперь? О, во. Горит оранжевым. Во, видите? Прикольно, да? Круто. Вот он уже издает звуки, уже начинает подтекать. Ну, не подтекать, а он уже вода начинает бурлить.
Слышно? Во, теперь слышно. Потом сделаю обзор на микроволновочку. Вот. И вот у нас еще такая печка есть. Внутри всякую фигню мама поставила. Ну что, хорошо он теперь кипит, смотрите. Сейчас он сам выключится. Самовыключение. И лампочка погаснет. Ну, все. Смотрите. Хоп, ну, выключайся. Видите? Не хочет. Застрял. О, все. Видите? Скипело. Так, теперь давайте поднимем его, посмотрим. Ну, я вроде не вижу особо то, чтобы воды много натекло-то. Вот, я, в общем, мы скипятили, да? Ну, видите, пар идет. Такой чайник, блядь, я не знал, правда, что такая фигня. Блин, а? Это я себе воду кипяченую, у меня все время есть вода, вот у меня такая бутылочка. Это у меня чипсы, блин. Сейчас скажут, где обзор на чипсы. Смотрите, я уже делал на чипсы обзор. Чипсы Лейс у меня уже есть. На архивном канале у меня полно всего, так что смотрите плейлист, там у меня есть отдельный напитки и жрачка. Там есть чипсы Лейс, и что там только нету. Вот. А я себе кипяченую воду, вот у меня все время бутылочка, и вот мой графин. Тут у меня все время кипяченая свежая вода. Вот. Так что я пью всегда кипяченую воду свежую. Так что вот это был обзор на чайничек. С непредвиденным таким обстоятельством. Я маме скажу, конечно, что он течет. Надо срочно менять. Потому что это правда не дело. Это же опасно же, правда, блин. Так попадет, не дай бог, вода в эту фигню и замкнет нахер. Вот. Это был чайник Смайл. Улыбнитесь и скажите всем пока. До встречи в следующем видео.